Как его украли? Подарки украли мульти-пульти и мульти-пульти-кос. Расстроился и схватился за голову. Дед Мороз пошел к снеговикам и попросил у них помощи. И снеговики начали его слушать и пошли ему помогать. Там он подошел к лесу, и самый главный снеговичок спрашивает у самой главной елки, куда пошли мультипульт и мультипультикус. А елочка ответила, что они пошли в страну лет. Специально, чтобы они растаяли. Дед Мороз наколдовал на снеговиков, чтобы они не растаяли. В стране лета там Дед Мороз нашел мультипультикуса. Они были злыми, поэтому Дед Мороз подарил им подарки, и они стали добрыми и отдали все подарки обратно. И все встретили счастливый Новый год. Конец!